Почему так вкусно пахнет моими духами, дорогими? Я фифу надушил. Ты не сам надушился? Нет, я фифу. Ты фифу надушила? Да. А куда ты ее подушил? Покажи. В голову, в живот, в спину и все. Да? Она сейчас вкусно пахнет? А нравится ли ей вообще такие эксперименты? Как ты думаешь? Наверное. А что, она плохо пахнет? Нет. Ты хочешь, чтобы она вкусно пахла? Да. Но сильно не надо душить фифу. Я знаю. Ты чуть-чуть? Да. Фифа, ты довольна? А, фифа? Любит она тебя? Угу. Лежит довольная. Только не надо больше мои духи использовать для фифы. Надо. Это мои уже духи. Забрал уже? Ужас, Саша. В этом есть еще. Не, ну, здрасте. Дорогими мамиными французскими духами душить фифу. И что? Ничего. Это прикольно. Ну, да, конечно. Во-первых, фифе это не очень нравится, и маме тем более. Это фифе нравится. Ничего ей не нравится. Нравится. Не уверена. Нравится. Откуда ты знаешь? Я же нюхала, она мне на ушко нашептала. А, да ладно? Она тебя полизала за это? Да. А, ну тогда ладно. Ну, давай это эксперименты закончим, ладно? Хорошо? Не-не-не.